Десятки тысяч людей вышли в воскресенье на улицы Киева, протестуя против решения украинских властей отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Многие приехали из других районов страны, откликнувшись на призывы оппозиционных партий, выступающих за дальнейшую евроинтеграцию. Сегодня это уже не выбор политики или какой-то политической партии, это выбор наших ценностей, говорит эта участница акции. Как видите, здесь не только политические флаги, но также много флагов Украины и Евросоюза. Не обошлось без столкновений с милицией. У здания правительства манифестанты попытались прорвать оцепление. Сотрудники милиции применили слезоточивый газ. Участники акции потребовали от президента Виктора Януковича отменить распоряжение Кабинета министров о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, прекратить политические репрессии, освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и подписать соглашение с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе в конце этой недели. «Я думаю, что это начало новой революции, которая приведет нас в Европу», — говорит дочь Юлии Тимошенко Евгения. «У нас всего 5 дней. Мы считаем, что если люди останутся здесь и будут бороться вместе с политиками, мы сможем добиться того, что власти и правительство Украины подпишут эти документы». Впервые со времен оранжевой революции на улице Киева вышло так много людей. Правительство Азарова и президент Янукович не ожидали такой реакции со стороны украинцев, передает наш корреспондент Серджио Кантоне.